Всем привет, ребят. Ну что, коллекционер, поехали, будем выбивать Махатму, нового нашего недостающего героя. Вот такой вот сегодня у нас Коля. Сейчас уверен, что солью херову кучу самоцветов на этого героя, но ничего не поделаешь. Дают пятый священный огонь, в принципе, все топово. Здесь дают 100 орденов. Тоже, в принципе, неплохо за 15 слизней, за хранителя. Ну, в общем, все по высшему качеству, плюс у нас еще на трату есть акция, трать с выгодой, вот такая вот. Ну, она у нас, конечно, не сильно очень интересная, но все же, поехали, посмотрим, как сегодня нам будет падать, что сегодня ожидает нас. Так, рыцарь есть, одну имбу уже выбили, заклинательница, Дед Мороз. Укротитель. О, места на складе не хватает. Отлично. Ну, рандомчик, давай, удиви. Одержимый. Тыковка. Дракос. Ну, интересно, после обновы паладин ролить. Куча магазинных героев падает. Смотрите, как герои падают неплохо. Еще Дракос. Дракосы и заклинательницы, в общем. Так, ну и заодно посмотрим, сколько нам нужно будет тыква, медуза. Чтобы собрать слизни, там у меня было... ...69 вроде. Если я не ошибаюсь. Так, бульдозер, фея. Как знал, что будет сейчас телефон звонить. Так, ну давай, рандомчик. Валька. Еще один варлок. Надеюсь, вам там не особо сильно телефон играет. Так. Ну, уже прилично слили. 30-35к. Смотрим. Почти слизней собрали. Ворожей. Отлично. Так, вот 36к где-то, приблизительно 40к на то, чтобы собрать минималочку. Ниндзи. Придется ниндзю прокачивать для судьбы. Так, смотрим дальше. Триантик. Ну... Валька. Ну, как видите, блин, падают герои, но имбовых не падает. Одно и то же падает. Жесть просто. Кенди. Асура. Вот так вот даже Асуру черепа выбили. Ничего себе. Так, паладин. Сердцеедка, Купидон, тыква, стрелок. Куча героев, короче. Сейчас продолжим. Так, сори, перервался. Поехали дальше. Стрелок. Сердцеедка. Ну, еще один Асура и Тесса. Жесть. Купидончик. Фрея. Вот так вот. Повелитель бури. Ну все, началось. Блин, начали падать герои хорошие. Ничего хорошего, значит, не ожидайте. Так, друид. Ведьма. Еще один... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ничего себе, я даже не успел посмотреть. Так, как обычно, я у себя ролю, не останавливаясь. Так, сейчас посмотрим. Не, нету. Нету нового героя, поехали дальше. Ну, там неплохо так нападало.
Так, ниндзя опять. Атлант. Пал. Надо помедленнее ролить, то я разогнался. Ну, уже с успехом мы практически 100к убрали, и пока ничего нету. Ну, падает, конечно, неплохо. Ну, где ты, бабулька? Укротитель. Ну, по сути, на основе самоцвета. Только от обновы до обновы вот и копятся, или под какие-то интересные акции. Так, малышник. Еще один малышник. Арташка. Седна. Да давай уже падай, я уже хочу идти качать стражей. Еще одна Фрея, ребят, ну это то, чего вы не увидите на других каналах. Это полный трэш, отрыв во время обновы. Как надо выбивать недостающих героев. Так, хранитель. Ну, с вас, конечно, лайк, подписка. Рино есть. Еще Бигфута я не видел. Гаргул. Еще один гаргул. Не увидел, кто там был. Надеюсь, не она. Сейчас мы еще 30к пустим и глянем. Давайте эти 30к вот так вот по бырику. Не люблю, конечно, так ролить, но очень интересно. Так, бульдозер был. Рыцарь, сетка, призрачный. Триант. Примера рыцарь. Малышник ворожай. Ну, смотрите, как падает хорошо. 170к у нас уже нет. Мы ее еще не выбили. Выбили уже всех, кроме недостающего героя. Поехали дальше. Ну, бабулька, давай. Фрэнки уже есть. Леди Лео. Одержимый. Ну, по-моему, мы уже все выбили. Только у нас там, возможно, Анубиса не хватает. Бигфута, пару героев. Может, они уже упали. Мы посмотрим, если они будут отображаться. В новых итемах. Леди Лео. Призрачный. Ну, это, конечно... То, что они впихнули ее сюда сразу же в первый день обновы, это, конечно, весело. Я представляю, какой там шанс, профессор Рибет. Друид. Влад Дракула. Еще один Рибет. Ну, как-то по два героя падает. Подряд. Рино. Смерть Купидон. Так, Булька, Купидон. Третья Фрея, ребят. Не знаю, какая там по счету. Сердцеедка. Так, череп. Ведьма, Гарпия. Короче, куча героев. Даже не знаю, этого нету. Все нету этой бабули. Бабуля, приди. Так, суккуб. Асура, я столько их уже сегодня понавыбивал, не знаю даже. Это жесть полная.
что с ними делать. Забить весь алтарь с уриками. Так, рыцарь. Лео. Уже, честно говоря, устал вот это вот нажимать. Хоть на кликер переставь. И жди ее. Укротитель. Ну, Махатма, где ты? Мохнатка, приди. В общем, куча легенд, уже 200 тысяч. Даже больше уже, по 300. Так, ее и не видно. Рыцарь. Купидончик. Так, давайте, ну давайте добьем. Раз, два, три, четыре. Посмотрим, что у нас тут есть. В общем, куча всего, как видите, еще дохренище повыбивал. Нету ее. Нету, где ты? Покажись. Ведьма. Сердцеедка. Повелитель бури. Блин, да, куча падает. Ну, давайте будем щелкать, посмотрим. Хватит ли нам 4 миллиона самоцветов на то, чтобы выбить этого недостающего героя? Призрачный, суккуб. Сейчас сделаю вот так. Может, так хоть поможет Атлантикор. Самое прикольное, что ее можно будет собрать там через пару дней осколками с базара, например. Я пока не вижу Леди Лео. Афина. Тыква. Смотрите, как уже почти 400к. Так часто, кстати, бывает, когда ролишь. Нету ее. Так ее и нету. Поехали дальше. Топ-контент. Бульдозер. Хорошо, что есть сегодня эта акция. Зашел и сразу посмотрел. Есть, нету. Просто жесть. Так, ну давайте уже будем медленно ролить. Так, королева гарпий, ниндзя, бог грома, рыцарь, атлант, бульдозер, хранитель. Многие, кто увидит этот ролик, скажут, бля, это жесть. Да, ребят, это жесть. Так обычно каждую обнову происходит на моем аккаунте, когда сидишь. Ну, бывает, в последнее время, честно говоря, не буду жаловаться. Герои падают недостающие очень хорошо. Ну, бывает, как вот сейчас. Очень много самов сливаешь на то, чтобы выбить героя, который там будет со временем стоить копейки. Так, Триан, Суккуб. Ну и можно было, в принципе, ибо не спешить.
но все-таки и талантик есть. Лео. Опять Фрейя была. Ну, мне интересно, Фрейя уже у меня какая-то удача на этих Фрей. Тесса ведьма. Да, шанс под коллекционера выбить ее очень и очень большой. Ниндзя. Зервы ускорение. Асуриков там нападало сегодня. Что там уже? Почти 500к слили. Не знаю, выпало, не выпало. Сейчас посмотрим. Сейчас пусть досчитает. Так и нет. Ой, я уже не знаю. Уже придется делить вам видосик. Наверное, на две части даже. А то это реально жесть. Химка. Ворожай. Сидишь такой себе молча, Дед Мороз, ведьма, и ролишь, блин, их. Это жесть. Кенди, стрелок. Кстати, Анубис что-то плохо падает. Еще одна Фрейя. Это жесть, ребята. Бигфут. С таким шансом, конечно, пусть поцелует меня в одну. Наконец-то мы ее выбили. 600 тысяч самоцветов, ребят. 600. Мы убили на вот этого вот героя 600к, ну это просто жесть. Вот так вот, вот такой вот роллинг с вас обязательно по лайку, пишите комменты, подписывайтесь, все как обычно делаем первыми, всем удачи, всем пока. Сейчас буду трешивать, буду стараться прокачать других героев в первую очередь, потому что у меня не хватает мест, и будем уже ее тестировать с новым талантиком, будем тоже выбивать. Все. Надеюсь, что вам она выпала дешевле. Всем удачи, всем пока.